В Республике Крым и городе Севастополе начинает работать российская мобильная связь. Возьми паспорт или документ, удостоверяющий личность. Приди в ближайший салон мобильной связи с обозначением +7 и стань на шаг ближе к России. Для чего нужна регистрация в ПФР? Что такое СНИЛС? Нужен ли СНИЛС вашему ребенку? С 2002 года в России действует система обязательного пенсионного страхования – ОПС. В системе ОПС формируются ваши пенсионные права и ваш пенсионный капитал, основа которых составляет ваш трудовой стаж и суммы страховых взносов, которые платят за вас ваши работодатели. Чтобы стать участником системы ОПС, вам необходимо зарегистрироваться в системе персонифицированного учета пенсионных прав в ПФР и получить страховое свидетельство государственного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета – СНИЛС. СНИЛС – это идентификатор персональных данных граждан в информационном обмене всех ведомств России. В страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования указаны номер вашего индивидуального счета, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. Как получить СНИЛС? СНИЛС обычно оформляет в ПФР ваш первый работодатель при приеме на работу. Но если у вас нет СНИЛС, получить его очень просто. Для получения СНИЛС необходимо написать заявление. Бланк заявления можно взять в клиентской службе ПФР или скачать с сайта www.pfrf.ru. СНИЛС для ребенка младше 14 лет может получить один из родителей или законный представитель в ПФР по месту жительства. Для этого вам необходимо написать заявление, предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Если вам больше 14 лет, вы можете получить СНИЛС самостоятельно в ПФР по месту жительства. Получите СНИЛС. Это ключ к электронной России.